В ефірі програма «Після слова» у студії Юлія Стасенко. Вітаю вас. І сьогодні до мене в гості завітала Ірина Зайцева. Це провідний політичний експерт. Ми будемо розмовляти про вибори і про те, наскільки важлива персона мера для міста взагалі і для його мешканців. Вітаю. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Вітаю ваш канал. Дякую вам. В нас зараз ще не завершилися вибори. Попереду другий тур. Як ви оцінюєте тих людей, які зараз будуть боротися на цих виборах? І наскільки вибори відбиваються на житті простих мешканців? Наскільки вони чи якось зупиняють процеси, чи, може, взагалі якось сприяють життю? Дозвольте російською. Добре, добре. У нас 64 депутата городского совета избрано было 25 октября. При очень низкой явке, на мой личный взгляд, от 22 до 25%. И почему-то мне так кажется, что она была дотянута специально, потому что надо было подтянуть под результат. Это можно я зараз трошки приб'ю вас? Чому така низька явка була? Чому люди так відносяться до такого важливого кроку в житті суспільства? Ви знаєте, ми не можемо завжди во всьому винити людей. Є суб'єктивний, об'єктивний фактор. От якщо швидко сказати, то я хочу сослатися на соціологів, звісних українських, которые сказали, что ковид и неверие. Так вот, неверие – это, чтобы вы понимали, 39-40%, 36-40%. То есть люди 40, то есть практически каждый второй, представляете, не пошел на выборы, потому что он понимает, что его голос фальсифицируют. И только 5-6% – это боязнь ковида. То есть, с одной стороны, старикам очень сильно вложили в голову, страшно, заболеют. И я вам хочу сказать, есть у этого основания. И действительно, заболеваемость очень сильно в Днепре растет. Но с учетом того, что люди могли стоять, да, на дистанции, что можно было бы организовать это все правильно, то людей могло быть больше. Ну и совсем у нас нету никаких новых современных электронных способов голосования. То есть очень много факторов, которые повлияли. Я вам скажу, почти в каждой школе позакрывали по одному классу, объявив, что заболели детки там, или учительница ковидом. И вся школа знала, и все родители знали, и, естественно, очень многие, те, которые не были задействованы в сеточке, по списочку, которых доводила городская власть, они не пришли. Но это как бы полбеды, потому что это всегда происходит. Это, знаете, такие волнообразные политические движения, потому что когда в прошлый раз там пришло на выборы президента или Верховного Совета явка там за 60%, к примеру, да, то сегодня вот мы докатились по официальным там источникам до 30%. Итак, социологи кажуть, що не прийшло молоде покоління. Прийшли пенсіонери, вони проголосували, вони навіть не боялися ковіду, вони просто прийшли і зробили свій вибір. Тобто не прийшло саме молоде покоління. Як ви вважаєте, чому? Недовіра така. Это и есть самый главный вопрос, о котором стоит поговорить. Именно молодежь продемонстрировала, молодежь и среднее поколение, то есть люди самого активного социального и профессионального статуса, они продемонстрировали городской власти, как они к ней относятся. Они продемонстрировали тем, что не пришли, что они не верят, не поддерживают и голосовать за нее не хотят. Я вам скажу, это такая форма протеста. Но мы имеем сегодня 64 депутата от 6 партий, прошедших в горсовет. Это «Пропозиция», это «Слуга народа», это «За життя», это «Громадская сила», это «Европейская солидарность», «Украинская перспектива», «Вилкула». Мы имеем 6 партий, которые завели своих депутатов. Борьба была нешуточная. И вот чтобы очень быстро сказать про кто туда попал, потому что этому надо посвятить. Да, этому надо посвятить очень много. Я вам скажу вот буквально несколькими словами. Кто туда попал? Те, кто использовали админресурс. Причем с понтом, извините за такое выражение,
оппозиционные партии, ну, как, например, «За життя», которую мы видим по центральным каналам, как выступают против власти. Здесь они в спайке с городской властью. До, допустим, промерской, да, части, куда там вошли ЕС, в эту промерскую большинство, ну, уже ж понятно, да? Поэтому, значит, прошли все те, кому помогали из городского совета. Это были это два председателя исполкома, это депутаты городского совета, это, ну, те, которых выбрали для дальнейшего использования следующие 5 лет. То есть, по сути, нам продемонстрировали административный ресурс, привод всех родителей, учителей, детские садики, врачей, медсестер и тому подобное по списку, ну так вот руководители отвечали головой, да, за каждого пришедшего. Поэтому нам продемонстрировали сетку. И третий фактор, самый страшный, это скупка. У нас есть такие нестандартные решения, но практически все те, кто прошли, все пользовались скупкой голосов. Сегодня об этом не говорить, это обманывать жителей Днепра, это обманывать избирателей. То есть, на мое глубокое убеждение, все три фактора относятся к фальсификации выборов. Поэтому маємо, як то казали. Да? Які перспективи от з тим депутатським корпусом, який є на сьогодні, які перспективи у Дніпра и области? Який розвиток мы можем мати? Ну, это печально, я вам хочу сказать. Но ничего не потеряно. Я думаю, что если общество, если гражданское, если разные общественные организации, гражданские советы, ОСМД, в конце концов, просто очень активные жители начнут контролировать так, как это должно власть, я думаю, что очень многие планы, которые они сегодня себе настроили на суперпроекты 5-летние по 2 миллиарда в год, у них не получится. То есть я вам хочу сказать, шли те, кто добежал до бюджета, добежали до кормушки. И вот это, чтобы они там не хрюкали, надо, чтобы гражданское общество начало ставить задачи, требовать, ставить вопросы, озвучивать задачи и требовать ответы. В нас попереду найважливіший вибір, тому що Дніпро, воно потрапило у такий невеличкий список тих міст, в яких будуть все ж таки ще один етап і ще одні вибори. Скажіть, будь ласка, як насамперед персоналія міського голови, вона впливає на клімат міста, на імідж самого міста? Ну вот представьте себе, мы находимся с вами в океане, на корабле, на большом корабле. Это огромный коллектив, это целый организм, где каждый должен выполнять от машиниста до штурмана, да, боцмана и капитана свою задачу. Что такое капитан на корабле в открытом море? Это первый и самый главный человек. Это человек, который прокладывает курс. Это человек, который несет на своих плечах всю ответственность. Это человек, который болеет за город, болеет за территориальную громаду. Это человек, который свои личные корыстные интересы умеет поставить на самый последний там номер. У нас мэр может послать в Фейсбуке нецензурной бранью, может рассказать: вы все мрази, я вам не Боря, да, может обозвать кого угодно, женщину, мужчину, может закрыть всю городскую власть, в горсовет попасть невозможно. Слушайте, ну где это европейское общество, где житель Днепра не может зайти в горсовет, там стоит военизированная охрана, особенно вот этот 5-й и 6-й этаж, где находится секретарь горсовета и городской голова, но это охраняется как бункер Гитлера, понимаете, ну так нельзя. Военизированная охрана, вот это передвижение с автоматчиками. Вот тут, понимаете, ну, такое впечатление, что у нас гангстерское время 27-го года прошлого века. Поэтому для меня все-таки мэр – это... Вот это капитан. Как себя проявят кандидаты во втором туре, давайте посмотрим. Одно могу сказать точно. Если мы не пойдем, то считайте, наш «Титаник» днепровский туда пойдет сразу. То есть мы даже не доплывем до никаких льдов, понимаете? Поэтому лучше на выборы пойти, лучше голосом своим
правом выбора воспользоваться, потому что иначе мобилизованы все, под ружье подставлена вся админсистема Днепра. Вашим голосом воспользуются. Посмотрите, выйдите в YouTube, посмотрите в Фейсбуке видео, вы как выкладывали, как ставили галочки за одного из кандидатов, да, как портили бюллетени, считали голоса 10 дней. Слушайте, вчера только объявили официальные итоги по выборам депутатов городского совета. Ну, когда такое было? Тобто краще піти та зіпсувати той бюлетень, ніж просто не піти на ці вибори. Ну, смотрите, я вообще считаю, что портить вообще ничего нельзя. Ну, слушайте, то, что не тобой создавалось, портить нельзя. Как по мне, придите, выберите. Ну, считаете за Филатова, голосуйте за Филатова. Считаете за Краснова, который вышел во второй тур, голосуйте за Краснова. Если оба они уж так вам сильно не нравятся, не рвите, не комкайте, не пишите то, что вы писали. Потому что в Фейсбуке же есть и такие, знаете, интересные фотки, когда написали, куда им идти всем этим в списках, да? Вот, ну, то, что на заборах обычно пишут. Просто вычеркните обоих. Не портите, не выносите и не забывайте за подкуп голосов, за фотографирование, за нарушение порядка на избирательном участке. Сегодня очень ужесточены меры и уголовная ответственность. Правда, первый тур показал, что ничего, что мы видели из нарушений, не возымело никакой ответственности. Ни тебе уголовных дел, ни арестов, ни задержаний. Торговали голосами, прямо не отходя от участка, портили бюллетени, выносили, рисовали на столе, добавляли непогашенные бюллетни туда же в корзину за одного кандидата. Никаких уголовных дел. То есть, по сути, мой вывод такой. Надеяться следует на себя. Надо понять, что отвечать за наш выбор мы будем сами все следующие 5 лет и настраиваться на хорошее, на положительное. Давайте налаштовуватись на щось позитивне. І я думаю, що ми продовжимо нашу бесіду дуже цікаву про вибори, про мера вже наступного разу у програмі «Після слова». Побачимось.